Shema, Yisrael. Прекрасное утро для того, чтобы начать его с молитвы и изучения Божьего Слова. Человек – удивительное существо. Наша природа устроена таким образом, что мы желаем быть успешными в наших делах. И это совершенно нормальное желание и стремление. Вы знаете, я скажу вам следующее, что иметь успех, или как написано в Писании, иметь плод – это даже правильное стремление. Если мы вспомним с вами притчу о сеятеле, то мы можем видеть, что Иешуа, он говорил о четырех видах почвы, правильная из которых была та, которая приносит плод в 30, 60, в 100 крат. Мы хотим быть успешны в учебе, мы хотим быть успешны на работе, мы хотим быть успешны в бизнесе. Когда Дух Святой касается нашего сердца, и мы рождаемся свыше, мы хотим быть успешны в наших служениях. И вы знаете, несмотря на это, сегодня мы можем видеть, что множество людей, которые встретились с Богом, которые прекрасно начали свой путь, в конце по каким-то причинам ослабевают, в конце по каким-то причинам, бывает, даже отпадают. Мы видим людей, которые много лет ходят в общины, которые делают определенные действия, но в их жизнях повторяются одни и те же проблемы. Вы знаете, это печальная история. Возникает вопрос, почему же так происходит? Есть прекрасная поговорка, которая говорит следующее. Твоя жизнь сегодня – результат твоих решений, которые ты принял вчера. В нашем хождении с Господом очень важно держаться тех решений, которые мы принимаем. Когда Дух Святой касается нашего сердца через Божье Слово или на собрании в наших общинах, мы выходим для молитвы, мы принимаем решение открыть ту или иную сферу нашей жизни для Господа. И очень важно, как я сказал, этого решения держаться. В своем псалме Давид говорит, это 118-й псалом, 33-34 стих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Я буду держаться его до конца. Продолжение он говорит, «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Если мы хотим, чтобы наши жизни менялись, то мы должны позволить Духу Святому, который говорит в нашем, запечатать это слово внутри их и принять решение исполнять его, принять решение быть твердым в принятом решении. Если мы хотим быть деревом, посаженным при потоках вод, приносить плод свой во время свое, то нам надо быть твердыми. Я скажу следующее. Есть интересное местописание в послании Иакова. Это 1 глава, 22 стих, которое говорит следующие слова. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, то он подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Если мы хотим иметь венец жизни, который обещал Господь любящим его, то мы не можем обманывать самих себя. Мы не можем позволить себе забывать тех решений, которые Господь ложит на наши с вами сердца. И у нас есть примеры для подражаний. Самый лучший пример – это пример Иешуа Машеха, который был тверд в своем решении, в решении исполнить Божью волю, в решении, которое дало нам возможность иметь мир с Богом, решение, которое Он утвердил, умерев
на Голгофском кресте. И мы, если вспомним это действие, в конце он сказал: «Совершилось». Мы видим также примеры, как апостолы, несмотря на лишения, несмотря на тяжелые ситуации, тяжелые испытания, которые они проходили, они были верны до конца. Они были тверды в принятом решении следовать за Богом. Они были тверды в решении исполнить то предназначение, которое Бог имел для их жизни. Вы знаете, я скажу вам, что вокруг нас мы имеем множество примеров наших братьев и сестер, которые проходят непростые ситуации, но при всем при этом они приносят множество плода. И это происходит потому, что когда-то они приняли твердое решение исполнять то, что им говорит Бог. Исполнять те решения, которые они принимали, быть твердыми в исполнении этих решений. Поэтому, друзья, давайте мы примем с вами одно из самых важных решений в нашей жизни – быть твердыми в исполнении принятых нами решений. Служить, несмотря ни на что, несмотря на проблемы, ситуации, молиться, несмотря ни на что, исполнять Божью волю, несмотря ни на что, стараясь принести множество плода для Божьего Царствия. И помнить, то, что мы получили, мы должны сохранить и не забыть. Отец Небесный, во имя Иешуа Мессии, я молю Тебя, Господи, чтобы Ты дал быть нам твердым и мужественными, чтобы Ты дал нам, Господи, быть твердыми в принятых нами решениях, Господь, чтобы мы не забывали их, чтобы мы не были забывчивыми, Господь, но чтобы помнили о том, что Ты делаешь в наших жизнях, что Ты говоришь внутри нас, что Ты изменяешь внутри нас, Господь, чтобы каждый из нас, святый, он смог, Боже, исполнять Твою волю, чтобы каждый из нас, он смог принести множество плода, чтобы каждый из нас получил венец жизни, который Ты обещал Тебя. Боже, помоги нам быть твердыми в наших решениях, Господь. И это принесет славу Твоему имени. Мы желаем, чтобы Твое имя было прославлено, Господь. И только поэтому мы принимаем сегодня это решение, воздавая славу Тебе, хвалу, честь. Бешем Иешуа Машихейну. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.